бывшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи. Сегодня училище выпускает в самостоятельную жизнь первых своих питомцев. Годы напряженной учебы, десятки и сотни прочитанных книг. И вот позади государственные экзамены. Наступил день прощания с училищем. Когда прощаешься с друзьями, хочется сказать им самое главное. Такие минуты запоминаются на всю жизнь. Кажется, весь город вышел на улицы, чтобы проводить вчерашних курсантов, сегодняшних выпускников, завтрашних офицеров-политработников. Центральная площадь города, площадь имени Ленина. Здесь собрались военачальники, представители общественности, родные и близкие выпускников. Дипломы и нагрудные знаки вручали. Заместитель начальника главного политического управления Советской армии и военно-морского флота, генерал-полковник Калашников. Член военного совета, начальник политического управления Краснознаменного Киевского военного округа, генерал-лейтенант Беднягин. Партийные и государственные деятели, ветераны войны. В надежные руки передана эстафета верности и мужества. Торжественное собрание. С приветственным словом обратились к выпускникам член Политбюро ЦК Компартии Украины, первый секретарь Донецкого обкома партии товарищ Дегтярев, генерал-полковник Калашников. В ответном слове выпускников прозвучала благодарность коммунистической партии, старшим товарищам, наставникам и педагогам. Это станет традицией в день окончания училища приходить сюда, к памятнику Ленина. Оправдать огромное доверие партии народа, с честью нести звание политработника, клянутся выпускники. Первый выпуск Донецкого училища прощается с городом. Завтра молодые лейтенанты отправятся к местам службы, чтобы нести слово партии, чтобы продолжать боевые традиции комиссаров и политруков. Держат шаг и их младшие товарищи, курсанты. Год или два спустя им тоже предстоит получить высокую и почетную должность политработника Советской армии.